Итак, ребят, всем привет, мы продолжаем проходить Assassin's Creed 2. Тебе нужна медицинская помощь? Nope. Только что не там по нормально прекрасно. Нормально, так что человек прошел. Кстати, ну-ка. Просто я не думаю, что я буду открывать эту броню, мне что-то лень. Вот. Так. 10-6. Вот, давайте вот эту. Нагрудник. И по характеристикам она будет лучше, и по хапуленькам. По-моему, на плечи города лучше будет. 6200. До встречи, это красиво. Смерти, мессер. Скованно. Я как-то не думаю, что я буду это все. Добавить броню Альтаира. Оба, не хочет. Эцо, слава богу, ты жив. Тут полное безумие. Медичи, пацы. Ты потому преследовал Франческо? Не совсем. Что ж, в любом случае, город снова в безопасности благодаря тебе. Скажи, чем я могу тебе помочь? А, еще одна страница. Ага, шифр похож на предыдущий. Я с ним быстро разберусь. Любопытно? О, да. Конечно же. Это чертеж еще одного клинка, отравленного. Ты можешь сделать его? Си, это не займет много времени. Мне нужно лишь понять, как сделать полость в клинке, не жертвуя при том... Хорошо, Леонардо. Просто сделай все, что нужно. Готово. Я уже наполнил клинок ядом. Для начала хватит, а если яд закончится, обратись к доктору. За ядом? К доктору? В малых дозах яд – лекарство. Верно и обратное. Я снова в долгу перед тобой, друг мой. Не стоит благодарности, Эцио. Косяк. И нам сейчас надо возвращаться в Монтериджоне. Видимо, я, чтобы Марио помог нам разыскать... Стоп, куда я пошел вообще? Чтобы Марио помог нам разыскать... У меня есть обычный средство лекарства. Ну, если бы не пацан, но вы поняли. Вот, Виадди. Благородные цены для благородных людей. Так, в Мандариджоне. О, за 40 всего. Вы понимаете, всего 40. Я всего лишь лекарь. Недавно мне повезло, и я нашел новых.
Эцио! Заходи, заходи. Чему обязаны такой честью? Лоренцо Великолепный прислал меня из Флоренции, чтобы уладить одно незаконченное дело. Я ищу Якопо Пацци. Ха! Как и все. Мы ищем. Выходит, у меня есть вещь, полезная нам обоим. Это список его сообщников. Хотя бы один из них доисповедуется перед смертью. Отлично. У них нет таких средств, как у Якопо, а значит, их будет легче найти. Я немедленно отправлю своих разведчиков на поиски. Спасибо за помощь, дядя. У меня есть еще кое-что для тебя. Новые страницы кодекса. А, посмотрим, что они нам скажут. Что это? Какой еще пророк? Что там, дядя? Черт побери, это еще одна загадка. Примерно можно перевести так. Это откроет только пророк. Еще упоминаются две частицы Эдема, но ответов на наши вопросы мы здесь не найдем. Ищи другие страницы, малыш. Дядя, займемся этим в другой раз. Мне нужно выполнить поручение. Как угодно. Но если ты рассчитываешь победить этих бастардов, тебе нужно еще кое-чему научиться. Встретимся на тренировочной площадке. Обходной маневр. Итак, Эцио, ты умеешь выполнять контрудар. Но что, если твои враги тоже это умеют? Обычно у них не остается на это времени. Громкие слова, плохая защита от мечей тамплиеров. Так покажи мне, что нужно делать, маэстро. Теперь уходи. Умирай уже, мне хочется выпить. Лучше насмешка, Марио, лучше насмешка. Бен, а теперь еще раз. Гораздо лучше. А теперь еще раз. Браво! Сколько раз игра в Ассасина, а вот этого я еще не слышал. Насмешку от Марио. Давай еще раз. Еще раз, Эцио. Отлично! Ты снова превзошел мои ожидания. Сеньор, мы нашли людей Якопо и готовы нанести удар. Передай моим людям ничего не предпринимать, не переговорив с Эцио. Интези? Будет исполнено. Эцио, отправляйся к моим наемникам. Возможно, кто-то из приспешников Якопо наведет тебя на след. Но будь осторожен, они поджидают тебя. Убираю уже, мне хочется выпить. Идеальная насмешка, я не могу. Ой, все хорошо. Фу. Стойте, амиго! Да, в принципе, ничего страшного. Так, а куда нам, собственно, по карте? Куда нам, собственно, по карте? Ага, в Тоскану, хорошо. Четыре дефлорина? Найс вообще. Самое дешевое перемещение. Да и, конечно, могли бы надо было и самому это все сделать, но...
Ну-ка, может быть там лошадь будет, не? Задумал. Нет? Бай-бай! А, вот и ты. Слушай, мы нашли Стефана де Баньона. Ступай по этой дороге и придешь в аббатство, где он укрылся. Подожди. На, держи. Это поможет тебе отвлечь внимание врагов. Спасибо, друг. Продолжаем. Итак. Помолимся, брат. Но что же нам просить? Защиту Господа. Ты правда веришь, будто Всевышнего интересует наши дела? Подумай головой. Но если это помогает тебе убить время, то, пожалуйста, обманывай себя и дальше. Ты богохульствуешь? Нет, правду говорю. Но отрицать существование Господа? Что? Эй, ты! Что тебе нужно? Ты друг или враг? Что он делает? Это единственный рациональный ответ на заявление о том, что на небе живет какой-то невидимый безумец. Судя по тому, что написано о нем в твоей драгоценной Библии, он точно спятил, уж поверь мне. Да как ты можешь? Ты, кто носит одежды священника? Только потому, что они помогли мне подобраться к Медичи. Ты прав. Выбирайся. Посмотрим, кто из нас был прав. Где Якопо? Полагаю, бояться нечего. Они встретятся в тени римских богов. Освободись от оков страха. Покойся с миром. Тебе нужно больше тренироваться. Подходи, я ведь один. Одюквест, ты... Обычно ими убивают людей. Безумцы, все безумцы. Так, мне бы снизить уровень родышка. Он тут одевает пород, конечно. А вон. Плакат. Ну хотя плакат будет море. Они же на мини-карте отображаются, так? Поэтому что. Просто двигаем вперед, все. Ндямо! Аспет. А.
значок есть. Давайте-ка откроем. 250. Научился так делать. Мне бы найти еще вход. В город, блин, я потерял вход. Думаю, что скоро найду. С вами, честно, я вас очень уважаю, сеньор. Что это у нас здесь? Если бы я не был так занят, то познакомился бы с тобой поближе. А это тебе совсем не нормально. Не понравилось ему то, что я плакат открываю. Сеньор, я определенно не принадлежу к числу ваших врагов. Кто научил тебя так двигаться? Зай, он здесь! Быстрее тебе, конец! Салюты, Эдсо! Антонио Мафеи укрылся на вершине самого высокого здания. Сыплет оттуда поровну пророчествами и стрелами. Похоже, совсем спятил. Что еще хуже? Он окружил себя лучниками. Чтобы подобраться к Мафеи, придется разделаться с ними. Спасибо за сведения. Горчкан глашатый. Сеньор, у меня высокие цены, но товары того стоят. Я не торгую дрянью. А, блин. Эту землю и очистить ее от зла.
Помолимся же, дети мои, чтобы вместе мы сумели остановить эту тьму. Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Прольется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. И во имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Эколо, бей, он так не пойдет. Совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен, но они разрушены. Изыди прочь, демон. Прояви уважение к смерти, друг мой. Я покажу тебе уважение. Не ты, я. Пусть твое тело и разум наконец обретут покой. Покойся с миром. Вот сюда ходить надо. Отсюда. Бум. Сундучок. Опять будет какая-то история. Ну да. Конечно. Огорчил меня, а когда я огорчаюсь, ты не уйдешь! Ну то, что я поймал этого. Пощади меня, забери всю шпиль и кошелек, только не убивай! Молчали, Фаяк! Су, но не сиротинида. Нет, убейте его! Трогайте меня, пожалуйста! Хочу! Не дайте ему уйти! Хочу! Вот там! Взять его! Вердура! Вердура пена кольта! А что заставило мужчину вести себя так? Эцио, наконец-то ты здесь. Мы нашли Бернардо Баранчелли. А ты, Монотиция. Говори, где он. Об остальном я позабочусь сам. В том-то все и дело. Лоренцо удалось его поймать несколько дней назад, после возвращения из Константинополя. Но враг сумел бежать. Мы полагаем, что сейчас он в Сан-Джиминьяно. Ва бене. Я постараюсь загнать его в угол. Нам это не удалось, а ты хочешь сделать это в одиночку? Я знаю как. Так, выходи играть. Убейте, найдите и убейте Бернардо Баранчелли. Вот ра-ла-ла, и каждый из вас был... Торопиться. Он устанет, заблудится, потеряет бдительность. Все будет в порядке. А если он все-таки придет? Если это случится, я пойду дальше. Нигде не буду задерживаться. Только как же спать? Как...
Я знал, что ты придешь. Где Якопо? Хочешь сделать с ним то же, что и со мной? У тебя еще есть возможность умереть с чистой совестью. Мы собираемся в церкви, когда назначается время. Мне жаль, что так вышло. Покойся с миром. Бей его! Беги! Не думай, просто беги! Ma che cosa aspetti? Coraggio! Ненавижу такие. Потанцуем? Я не люблю ждать. Покончим с этим. Благо наших благородных стражников. Да. И вот это подъем конкретно. Ничего. Пожалуй, мне тоже надо придумать, как оставаться в форме. Сиди. Куда это ты собрал? Нравится ваше, так сказать, видимо, ваше внимание. Да. Остановись, или я сам тебя остановлю! Убийца! Не подходи! Больно, наверное, тебя трогать. Эй, успокойся! Я спокоен, как никогда. Капоне, у тебя даже не нашлось для меня взятки! Тебе нельзя! Разве это законно? Подходите, друзья, с тех пор, как открылись новые шахты, мы соберусь. Я... Остановите его! Не подходи! Что тебя нашло? Что это он страшно делает? Так, теперь надо туда. Цель, которая 300 метров от нас. Прилично, да. Ну, ничего не поделаешь. Лошадь просто заспавнивает, блин. Не успел что-ли погрузить. Иди сюда, Эцио! Мы нашли архиепископа Сальвиати. Он заперся в той самой вилле. Возьми моих людей и отправь их расчистить поля. Затем проберись за стены и попробуй открыть ворота. Обычно я наношу удары за угла.
А теперь у меня будет собственная армия. Это мне нравится. Да как-то не доверяю. Где я видел? Я его увидел. Я вижу тебя, ассасин. Этим стенам без малого век. И они простоят еще столько же. Не жертвуй своими людьми понапрасну. Ботаневия! Здесь тебя ждет только смерть. Уходи! Я странный чушь насчет этого человека. Мы где-то встречались? А где тут этот проход-то? Я уже... А вот он, собственно. Убирайся, или я убью тебя! Туда, быстрее! Знакомое его лицо! Это занятие мне по душе! Прикончите его! Больно! Да ну у тебя. Куда ты? Куда ты? Бойцы, готовьтесь! Ассасин рядом! Нужно открыть эти ворота. Предупреждал тебя, ассасин, но ты не послушался. Тебе конец. Вы вечно твердите об одном и том же. Наследовало бы. Мне отослать твои останки тому омбриакону и Марио? Хотя зачем? Все равно их не тебя беда. Неплохо ты устроился. Несешь чепуху, пока другие за тебя умирают. Ну, подходи. Кто скажет, что закончишь? Уходи. И я отзову своих людей. Извини, друг, но ты мне нужен. Твоя участь решена. Да блин. Фати Сото. Разорвите его на части! Залейте пол его кровью! О, су! Нон соно мико козе браво! О, нет! Не пожалеешь об этом! Что такое? Стража, ну, ко мне! А что ты вообще там потерял? Чего ты ждешь? Вперед! Он быстро ушел, так что не рискуй. Делайте то, чего я вас учил! Парни, вспомните, чему я вас учил! Прикончите его! Помнишь, как мы зарубили того швейцарца? Ау, надо кузнеца, наверное, что будет. Прочь с дороги! Чёрт. Где Якопо? Он знает, что ты ищешь его. Он выходит только по ночам, чтобы встретиться с остальными. Я хочу знать не только когда, но и где он. Вера должна приносить утешение, а не боль. Покойся с миром. Иди сюда! Ну, хорошо. Вон, хватай его!
теперь? Бен, дорогой, главное сделать все чисто. Адио, мессер. Жутко. Итак, мне нужно теперь... починиться у кузнеца и также взять у лекаря аптечку. Проклятие! Я просто хочу нет, есть! Нет, не подходи! Эй, Стронзо! Ты что, спекулируешь? Эй, Дипа, почему ты так себя ведешь? Собери деньги, бери что хочешь, только подходи. Я только посыльник. Теперь ты будешь хорошим дурачком. Да, моя скотина. Куда это ты собрался? Там тебе нужно сделать выбор. Да, она землю. Надо снизить, надо снизить уровень известности. А иначе только придержим. Чё, выше что ли? Ага. Кто так будет это видеть, я не понимаю. Зачем... плакаты тут расставлять. Они должны, по сути, на земле находиться. А не на крышах. Так, ладно. Покуда мы пока не встретили этого. Кузнеца, поэтому... давайте начнем по заданию. Если я сдержусь и не убью его сразу, он приведет меня к своим братьям-тамплиерам. Тогда в списке появятся новые имена. По крышам вообще 100% не можем проследить за целью. Ну блин, слежка такая скучная, пососили порой. Ну, блин. Делать нечего, придется следить. Расскажите обо мне своим друзьям. А, они еще эти. Они что, опаздывают? По крайней мере, они меня не заметили. Да. Неси же ты смерть, добрый господин, вырывай сердца у врагов. Тебе здесь не место! Плачу! Не дайте ему уйти! Пари, пожалуйста. Хотя они все равно не обратят на это внимание. Потому что они далеко.
Якопа, что вы с дружками задумали? Он там! За ним! Да, не падай. Не падай. Чё, блядь? А, естественно, падай. В твоем письме говорилось о Венеции. Там тоже есть тамплиеры? Разве это не опасно? Они же болтали. Эй, кто это там? Мыра. Он здесь? Сколько людей виновны в смерти моего отца? Просто пришел, прошел мимо них. Прошу прощения, господин. Я сделал все, что мог, но этот ассасин слишком силен. Очевидно. Иначе с тобой пришли бы и другие. Я уж не говорю о том, что Флоренции по-прежнему правит Медичи. Это все Франческо. Нетерпение сделало его безрассудным. Я пытался быть голосом разума. Скорее уж, голосом трусости. Кто бы говорил, сеньор Барбариго? Если бы ты прислал нам хорошее оружие, а не тот хлам, который вы, венецианцы, называете... Мы доверились твоей семье, но взамен получили только ленивых неучей! Тебя призвали к ответу! А ты придумываешь отговорки, да еще оскорбляешь нас! Как я должен с тобой разговаривать? Не знаю. Неважно. Я знаю. Нет. Прошу. Не надо. Ха-ха-ха. Что не надо? Я все исправлю.
пощадите меня. Нет. Что за дрянь? Я вырвал приз у тебя из-под носа. Прости, ассасин. Я знал, что ты пойдешь за ним. Более того, я рассчитывал на это. В таких делах у нас побольше опыта, чем у тебя. Убейте. Я знаю, вы просто выполняете приказ. Отпустите меня, и тогда я пощажу вас. Ха! Вы только послушайте! Иди, друг. Не зная усталости и страха. Покойся с миром. Выполнено. Последовательность пятую уже. Пятую мы завершили. Я офигею, как это все быстро пролетает. Ничего не сказать. Прям нечего сказать абсолютно. Так, нет, давайте все-таки на этом мы с вами закончим. Продолжим уже в следующей серии, потому что уже эта серия уже где-то час длится, наверное. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кирилл. Всем удачи и пока.